К другим новостям. В Чебоксарах ищут донора костного мозга для 5-летней Маши Капрановой. Девочка из Йошкар-Олы очень нуждается в помощи. 1,5 года назад у Маши развилось сверхтяжелое заболевание крови. Лечение препаратами не помогает. Ей необходима пересадка костного мозга. В качестве донора рассматривается папа Маши, но совместимость неполная. Стать потенциальным донором может любой человек. Сдать кровь на типирование в Чебоксарах можно в лабораториях инвитро в рамках благотворительной акции Русфонда. Всем, кому от 18 до 45 лет, нужно, как обычно, прийти натощак с утра в больницу, оформить анкету. На данный момент у нас проходит акция. Мы собираем все вместе потенциальных доноров костного мозга для 5-летней девочки Маши из Йошкар-Олы. Сейчас во всей России наша задача помочь ребенку и спасти жизнь, найдя доноров. Вообще, в принципе, ежегодно мы занимаемся тем, что ищем доноров, чтобы занести их в регистр доноров костного мозга. И тем самым не только Маша, но и другие дети могли найти потенциально людей, которые спасут их жизнь. Сдать кровь для Маши можно до 31 декабря, если фенотип подойдет кому-то из других больных. Однажды вам позвонят и предложат спасти чью-то жизнь. Важно, чтобы донор и пациент совпадали на генетическом уровне, были так называемыми генетическими близнецами. Только у четверти больных есть шанс найти совместимого донора в своей семье. И по данным специалистов, 1 на 10 000 человек – вероятность встретить его среди чужих людей. Для этого и формируется национальный регистр доноров костного мозга. Надо понимать, что ты можешь в любой момент спасти другого человека, в том числе маленького ребенка, который еще только начинает жить. Вот. На самом деле я никогда раньше не сдавала, и сейчас внутри какое-то такое даже переполняющее счастье. Быть донором костного мозга не опасно. Процедура больше напоминает сдачу компонентов крови. Пересадка может подарить больному шанс на жизнь, когда лекарства уже бессильны.